Ребята, мы сегодня находимся в моей ванной, где я вам расскажу о том, как я ухаживаю за волосами, как их укладываю и какой краской крашу. Этот вопрос почему-то волнует всех моих подписчиков, и здесь должна быть долгая театральная пауза. Я не крашу волосы краской, но не расходитесь, потому что остальные свои секреты я сегодня обязательно расскажу. И начать я хочу, пожалуй, с самого актуального, какими баночками я пользуюсь. Мой актуальный уход сейчас — это марка Мале. Это профессиональный бренд по уходу за волосами с концепцией унисекс, то есть средства могут использовать как мужчины, так и женщины. Отдельно отметьте их классный минималистичный дизайн. Я такой очень сильно люблю. У бренда есть 5 разных линеек, которые можно комбинировать и сочетать между собой, но мне идеально во всех смыслах подошла линейка Берлин. Эти средства подходят для жирной кожи головы, но при этом сухая или поврежденная длина. Вот у меня основная проблема в том, что кожа головы жирнится довольно интенсивно. Я мою волосы через день, и большинство шампуней для жирного типа высушивает длину. То есть да, хорошо промывает, хорошо прочищает, но длина становится какой-то сухой, безжизненной со временем. Вот у Мале нет такого. В линейке Берлин идеально все сочетается, компонуется, хорошо, мягко очищается, тщательно очищается кожа головы, но при этом не повреждается длина, а наоборот, ты чувствуешь уход, чувствуешь легкость, красивый, здоровый блеск. Для меня это было безумно важно, поэтому в линейку Берлин я окончательно и бесповоротно влюбилась. Если вы хотите иметь красивые, здоровые, блестящие волосы и при этом делать укладки горячими приборами, плойка, утюжок или фен, то, конечно, очень важно не только мыть волосы шампунем, но и в том числе использовать средства для увлажнения и для питания, ну и термозащита. С помощью продуктов типа кондиционер, маска, вы можете восполнить потребности влаги, и тогда волосы не будут страдать от этих горячих укладок. Если я хочу добиться салонного эффекта, то я использую и маску, и кондиционер. Маска наносится для питания волос, она наносится после очищения кожи головы шампунем. То есть вы помыли волосы, и в первую очередь вы наносите маску. Я бы хотела, кстати, отметить, что у Мале, это первое средство такого рода, которое я пробовала, вообще нет ощущения жирной скользкой пленки. Вот знаете, когда вы наносите маску, кондиционер, вы потом смываете, и у вас на теле это все нужно смывать, хорошенько мыть, ванна, пол, вот все вокруг в этой пленке скользкой после средств. Я впервые в жизни узнала, что после кондиционеров и масок такого может не быть. Вот как раз-таки с Мале такого у меня не было. Это какие-то очень легкие формулы, которые не утяжеляют, действительно не утяжеляют и ничего вам не пачкают. И вот после того, как вы нанесли маску, она очень быстро работает, то есть не надо держать 20 минут, 3-4 минуты вполне достаточно, чтобы вы увидели классный эффект. Сразу после маски вы используете кондиционер. Маска не заменяет кондиционер. То есть после маски вы еще наносите кондиционер на пару минут, он дополнительно закрывает шейки волосы, они потом будут более гладкие, более блестящие, рассыпчатые. И у кондиционера, конкретно из моей линейки, есть еще функция термозащиты. То есть кондиционер подготавливает волосы к укладке, и вы фактически даже потом не можете ничего дополнительно больше не использовать. Волосы, правда, становятся очень напитанные, увлажненные и не повреждаются при укладке. Вот у меня вся линейка, как я использую обычно эти продукты. Один раз в неделю я делаю шампунь, потом делаю маску и после этого кондиционер. Все остальные промежутки времени, когда я мою волосы, я пользуюсь только шампунем и кондиционером. Иногда после укладки, если у меня волосы какие-то особенно пушистые, и я хочу сделать их супер-супер гладкими, я еще в конце наношу после укладки уже масло из линейки Rio. Оно очень здорово выглаживает волосы, он прям очень блестящий становится и рассыпчатый. Буквально одно нажатие, небольшое количество масла, хорошенько прогреваете между ладоней, и потом начинаете протягивать волосы. Прям между пальчиков тянете, и они становятся очень-очень гладкие, как будто утюжком вытягивали. Косметику Мале можно купить в магазине «Золотое яблоко», «Литуаль», и также они представлены на маркетплейсах «Валберис», «Озон». Выбирайте свою линейку и делайте красивые волосы, как после салона, в домашних условиях самостоятельно. С уходом разобрались, теперь давайте перейдем к тому, как я укладываю волосы. Я это делаю довольно просто, мне кажется, с моей укладкой, с тем вариантом, который я ношу, справится абсолютно каждый. Во-первых, я использую щетку Ravenda, это какая-то их классическая щетка, такие круглые расчески для укладки волос есть сейчас, мне кажется, практически в каждом бренде, и каждый может подобрать что-то на свой кошелек и вкус. Такая щетка отлично подходит для средней длины, как у меня, и в том числе для коротких волос. Это будет вообще, наверное, главная находка. Я ее использовала и когда носила каре, и вот в том числе сейчас. И я бы хотела отметить, что вот эта длина, на мой взгляд, она вообще супер идеальная, потому что за ней легко ухаживать, она всегда стильно, актуально ухоженно смотрится вне зависимости от сезона и от каких-то модных тенденций. Эта длина подходит абсолютно всем, и она очень
проста, как раз-таки в укладках. Я, честно, не могу понять тех девушек и женщин, которые берегут свои 3 сухие волосины, вместо того, чтобы отстричь покороче, но выглядеть при этом более ухоженно и эффектно. То есть вот сухие волосы, обязательно их нужно состригать, не нужно их хранить, вот эта вот мнимая длина, которая красивее никого не делает. Что ж, давайте теперь я покажу, как я это делаю. Я, кстати, высушиваю, точнее укладываю щеткой свои волосы уже практически сухие, то есть высушиваю их на процентов 80. Если я тороплюсь, я могу их высушить феном, самым обычным простым феном. Если у меня есть время или в целом я не хочу сушить феном, я просто хожу, они высыхают у меня естественным путем на процентов 80, и уже после этого, когда они слегка еще влажные и податливые к укладке, я использую эту расческу, этот фен, фен-расческу. Ну что, давайте перейдем к укладке. Я высушила волосы примерно на 80%. Далее закалываю верхнюю центральную часть волос, оставляя нижний ряд, из которого выделяю среднюю прядку и начинаю укладывать ее на фен-щетку. И есть здесь один важный момент. Когда вы накрутили прядку, вы сначала должны прокрутить кончик этой прядки несколько секунд, 5-6 секунд. После этого накручиваете прядь на фен-щетку уже полностью. Продуваете теплым воздухом, прогреваете ее, и в конце я рекомендую на последнем режиме обдать холодным потоком воздуха для того, чтобы она зафиксировалась и была очень красивой, блестящей, упругой. То есть здесь важный момент: сначала прокрутить кончик и только потом уже накручивать прядь полностью. Тогда этот кончик будет красиво лежать, он будет такой подчеркнутый, будет выделяться. Моя фен-расческа крутится в обе стороны, то есть можно накрутить как от лица, так и к лицу, но я кручу к лицу, мне нравится так больше. И, соответственно, выбирая необходимое направление, вы можете задавать разные формы своей укладки. Все остальные волосы я укладываю точно так же. Я отделяю среднюю прядь, накручиваю, сначала прокручиваю несколько секунд кончик пряди и только после этого накручиваю на фен полностью. Особое внимание, конечно, уделяем прядям у лица, они имеют большое значение, именно по ним формируется общее впечатление от укладки. Накрутили, прогрели, обдали холодным воздухом, отпустили. Щетка сама по себе неплохо задает объем, но если вы хотите получить супер объем, тогда высушите волосы феном перед укладкой головой вниз. Ну что, на сегодня это все. Вот такие правила, такие секреты про волосы. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно напишите в комментариях, чем ухаживаете за волосами вы. Мне кажется, самое главное — это вот правильная длина, хорошая стрижка, хороший парикмахер и, конечно же, профессиональный уход, благодаря которому ваши волосы выглядят действительно классно и им хочется делать комплименты. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поддержать его пальчиком вверх, подпишитесь на мой канал, чтобы встретиться в следующих выпусках, и мы с вами скоро увидимся. До скорой встречи и пока-пока!